что-то какую-то новую, где можно купить пасту, забрать с собой, да, по-моему? Готовую пасту. Так интересно. А, это хорошо. Иногда, когда Мелисса хочет есть, вот такие вот цены, когда играет. А, традициональная паста падаванская, бигули. Вот ушли бы эти огромные тучи сверху, темные, вышло бы солнышко. Вот. Вы думаете, в Италии у всех Мерседесы и Бентли? Есть и такие машины. Солнышко никак не выйдет сегодня. Так вот, что я хочу сказать. Все лекарства, которые выписываются моим доктором, да, лечебным врачом, то есть врач, который меня лечит на сеансах, от них знаете, какая потом после обеда днем сонливость, вообще ничего не охота делать. То ты всю ночь не можешь уснуть, то ты после обеда ходишь, как это, ни рыба, ни мясо. Ничего не хочется делать, выходить тоже не хочется. Вот еле заставила себя выйти, и только потому, что мне нужна была вода натуральная для чая завтра утром. Я не люблю пить из-под крана воду, чай делать, кипятить. Даже цвет такой серый получается, когда вода из-под крана для чая кипятишь. И вот не ленюсь, встаю. Но сейчас 2:30, наш супермаркет закрыт. Надо подождать до 3:30. Вот так вот погуляю немножко. Поэтому иногда даже легче выпить бокал шампанского или бокал просека, или граппу рюмочку, или водку стопочку. И то намного станет лучше, заснешь крепким сном, чем вот так вот этими химическими препаратами себя запичкать, что потом целыми днями ходишь как зомби, ни рыба, ни мясо. Вот такие вот последствия. Как все-таки грустно, когда нет солнца. Так жаль. Я вот такая вот вся розовая, пушистая. Вся сонная. Две женщины элегантного возраста. Сегодня даже на улице никого нет. Опять холода вернулись. По ночам 0 градусов. Днем якобы 10 градусов, но я эти 10 градусов не чувствую. Как будто все 3 градуса только. Обычно в это время толпа народу, да? Около 3 часов. А сегодня никого нет. Эту сумку мне муж купил. Сегодня наткнулась на один клип такой классный. Я в Дубаях. Все подруги мне завидуют.
И тогда это эту сумку мне муж купил. Такая прикольная песня. Как-нибудь разучу и станцую под эту песню тоже. Ой, девчонки, у меня даже вот как это, как акын пою, то что вижу, даже вот этого вот нету. Девчонки, помните этот, эту шубку, внутри черная кожа? Мерила я вам. Сейчас это распродажа, посмотрим. Юбка кожаная на молнии. Сколько она теперь стоит? Как увидеть? Вы видите? Тысячу. 120. Вроде нету, да, распродажи тогда. Эту сумку мне муж купил. Ремонт делают. Адвокат начал ремонт делать. Сегодня видела новости утренние. Видите, весь палаццо будут делать. Утренние новости видела, что вот эти бонусы, да, которые 110%, Настасья Филипповна, приостановились многие строительства, потому что денег не дают больше. Строительных материалов нет. Вообще позакрывали строительство. Реконструкционе, реставрационе, как называется. Потом еще были новости про бензин, что бензин стал дорогой. Так, распродажа, где я купила купальники, да? Закрытые. Сейчас нету купальников. Так, 30% для мальчиков. Эту сумку мне муж купил. Мне никого и ничего нету, нечего снимать, девчонки. Я в шоке просто. Купила орехи грецкие на рынке. Это как его? Две коробочки клубники купила Мелиссе. Мандарины с зелеными листьями. И передала сыну. Как раз он скоро поедет отдыхать после работы. Лен вышитый, да? Но это очень дорого здесь. У них вышитый лен очень дорогой. На столы там. Раскладывать. Так и не вышло сегодня солнышко.
зайти в... Куда зайти? В Зару, что ли? Или в Педроки? Какой-то день... Или день странный, или я странная. Со своими таблетками. Не могу понять, что странно. Посмотрим издалека, что есть. О боже, что за сапоги-то у нее серебряные под эту сумку ей. Так странно выглядит. А, боже мой. Не буду заходить, потому что сегодня такой свежайший воздух на улице. Лучше надышусь свежим воздухом после дождя. Ну, здесь одни студенты, как всегда. Сейчас я попробую поесть два орешка. Чао, чао.